Лопата-то есть, нет? Я в ней вирусологу. Ну, я заработал, взялся. Он не очень чужие. Ну, давай. Так, все. Надо... Куда? Да, камеру. Ура! Ура! За красоту природы. Надо учиться пользоваться современным снаряжением, это называется, чтобы вы знали. А? Годится? Саня напрягся. Алёха готовится, переживает. Да. А люди погибли? Да. Миша Таркову посвящается топливу. Всегда ходят по краю. А потом я вас еще сфотографирую. А потом ты нас фотографируешь. Ты разбродил мне? Да, да, туда вниз. Да, да, потом фотографируешь. Вот они, оздоровившиеся люди. Вот он, Холтер. Опа, а я белый посредине вешаю. Нажимаешь кнопку еще раз, где-то на секунды две. Будет второе. Левую или правую? Левую. Оп. Он не хупы, а у других модные шмотки. Хоть шот. Находимся на гребне в 30 секундах от лавочки, остановились, чтобы осуществить связь. Лишь дольше получится. Здесь туман снизу тянет. Открывается лапота за моей спиной. Андрей меня снимает. Туман, не сильный ветер, солнышко проглядывает. Суганы в тумане появляются периодически. Сквознячок есть, я думаю, что растянет. Состояние группы нормальное, у нас все в порядке. Ясно, понятно, жду прием. Варс на прием. Сейчас, а ты его не слышишь, я его тоже не слышу. Ну ладушки, сколько вы еще вверх будете идти прием? Не, мы только на лавочку, Саша, перекусим. Я думаю, что в полвторого начнем спускаться. Значит, где-то мы будем загадывать. В третьем часу спускаться. Я все понял, связь через час прием. Ясно, понятно, связь через час прием. СК, СК. Громко кричишь. Показываю. Главное, Таймази
еще понижение, за которым острые вершины. Это острые вершины Караугомского ущелья. Вот этот вот перевал на фоне неба, это в сторону ледника Гебицеты. Направо Грузия, вот за этим ближайшим запором скальным. Гибийские ночевки на нашем уровне. Мы собирались туда идти ночевать, если получится. Вот, наверное, все с этой стороны. А Суганский хребет мы увидим, когда на лавочку пройдем. Пройдемте к лавочке. Поглядел и немного невольно шапкой взмахнул, снова спустился с горы. Вниз камеру! Вниз камеру! Стурдигора, село. Надо было чуть-чуть облако поднимать. Чуть ниже сюда. Самая правая вершина в Суганском хребте. Дашихов над селом. На нее ходят. Левее, над лагерем, пика и хват. Сейчас его снимаем. Дальше какая-то... И пика сетинской писательницы, кавычки, цитирую, Уруймаговой. Не знаю, что она написала. Дальше левее вы видите башню Голдора главного. Ярко выраженный замок. Справа от него трезубец, это Голдор средний. Еще правее в хребте выделяющийся пупырек, это Голдор Малый. Ходят на вершину Голдор по вот тому заснеженному колуару, который справа от башни. Ярко выраженный, там снег, это классно. Он крутой, суперовый, вот на полочках лежит снег. На Голдор существует 5 или 6 маршрутов разной категории сложности. Есть маршрут на Голдор с севера, который Саша ходил в школе на Завинта. Есть вот тут по зеркалу, тоже харьковчане ходили. Это не первопроходы. Но все это Суганские Альпы, так называемые. Суганские хребет. Левее Голдора заснеженная лопата. Зубчика. Это вершина Цугарты, достаточно высокая. На нее тоже разные есть маршруты, но четверок нет, есть тройки. Вот мы с Витей на нее любим ходить, но она, зараза, высокая. Вот там по снегу пока вытрешься. Еще левее две вершины Нахашбита. Нахашбита главная, Нахашбита малая. Сейчас на ней сидит облако. Еще левее массив Доппахов. Их там я уже не помню. Четыре. Восточный, западный. Самая левая шапка в снегу. Это гора Сугантау. Самая высокая в районе, вот ее сейчас закрыла. 4300 или 4500, что-то такое. До нее была какая-то двойка. Жалко, сейчас поднимается облако, ночевок не видно. Поляны на Хашбитах. Но, возможно, когда мы посидим, станет лучше. Перевал в сторону ледника Геби. Большой достаточно ледник, который с вершины Геби спускается. Но на вершину Геби ходят из ближнего ущелья. Вот перед тобой сейчас ущелье с облаками. И маленький соскальный заборчик. Вот за ним гибийские ночевки. Ночевки ущелья Геби. Очень красивая живописная поляна. Куда, в принципе, мы могли бы пойти, если соберемся, если будут пропуска, если мы не побоимся этих погранцов. Потому что через ущелье Геби идет тропа на перевал Гебевцек. Он в сторону Грузии.
Есть еще там один перевал Геби Бартуй, который, кстати, Андруша Лещенко тут ходил в этом районе. Вот. Там красивые места. Мы сейчас приблизительно на уровне ущелья Геби находимся, на уровне ночевок. Вот. Там приличная двойка. Ну вот, наверное, и весь район. Пожалуйте, вниз наша трасса. А, это Доппах. Это называется кулуар космонавтов. Почему? Потому что летают там. Вот этот белый кулуар называется кулуар космонавтов. Ведет он на массив Доппахов. По кулуару есть маршрут. Влево Доппах какой-то главный, вот там в снегу. Сугантау. Самая левая вершина вдалеке. Ну, с понижением вот это, да? Да, с понижением. Это самая вершина, высокая вершина района. За ним уже Кабарда, Балкария и Безингийское ущелье, там через одно Безинги район. Вот суганы очень красивые. Ходят с ночевок поляны на Хашбит. Если ты посмотришь вниз на зеленку, увидишь язычок. Покажи пальцем. Вот, видишь язычок снежника среди зеленой травы. Ага. Видишь? Да. Вот это, если я не ошибаюсь, на Хашбита находится... Влево над вот этим, да, влево над вот этим язычком надо перелезть через забор или зайти с левой стороны. Вот где снег лежит, это ночевки голдорские, вот язычок снега. Чуть-чуть вправо и под Голдором. Высокий, суровый, очень красивый. Вот оттуда гутник летел, вот там вот, от того забора, что над язычком снежника. Вот. Может быть, сходим на Нахашбит. Может быть. Отсюда из лагеря 12 километров и превышение километра. Идти 4, не спеша, может 5 часов. Уф. Красивых. Вот слева под Доппахом ночевки тоже есть. Доппаха, там такая каменоломня, серая сыпуха, там никогда не было снега. Оттуда ходят на Доппах. А если пробраться туда аж дальше, там так называемые суганские ночевки, но это поход, о котором мы с Витей говорили. Можно сходить на пик солдат, который мы вчера видели. Но это нужно 2 дня, не спеша, поломать ноги там как следует, потрудить. В такую погоду была бы погода, потому что завтра по прогнозу дождь, посмотрим. Как вершина Кубуса. Кубус — это начало хребта Гумастенда, которое заканчивается горой Гезетава, узловой. Примыкает к Кавказскому хребту главному или водораздельному. Но по поводу происхождения и значения этой горы. Да-да-да, священная гора местных продвинутых. Что-то они о ней знают. Есть версия, что он старше земли. Это шутка. Включается видоискатель, когда закрыто окошко. Черники, ага, уже, наверное, нет. Но вообще говорят, что сухое лето было. Я не видел. Та она уже отцвела. А костяника еще есть. И малинка, как вы видите. И как это называется? Это называется фытчин. Там поменьше есть или все одинаковые? Угу. Давайте выпьем за гостеприимство. Да. За этого места. Все такие вот здесь. За изобилие. Солнца не будет, жди, не жди. Давай на третью неделю. Сделай нам мужественное лицо. Жьют, да.
пошла, а то собаки с ног валятся. Привет туристам! Леша, расскажи про горы. Вот это в ту сторону Балкария. Вот этот Вугорба, это пик Солдат или Гельчи, там есть перевал Гельчи. В сторону речки Цыганской, Балкарской речки. Да. А дальше начинается массив Суганов. Их не видно, они за углом, так называемая Суганская подкова. За углом. Вот это перед нами с белым кулуаром большим. Называется он кулуар Костров. Массив Допахов. Восточный, западный, они слева и справа от кулуаров. Пошли вправо. Вот этот вот зеленый холм перед нами. И с левой стороны красивая вершина. Вот. Это на Хашбита Малая. Слева от кулуара. Справа от него на Хашбита Главная. Еще правее, вот наверху два пиптика. Это Цугарды. Галдор. Ага. Это Галдор. Все, дальше пик Бодки на понижение в хребте. Вот это есть Суганы. Но если вернуться там Сугантау со снежной шапкой, вдалеке гора. Это самая высокая гора в районе. 4500 метров. Сугантау. А дальше... Это справа от ледника вот этого? Еще правее. Ага, просто ага. Не видно снежную шапку. Следующее. Суган Южный, Ложный, Суган Баши, их не видно. Слушай, начал я. Я прибыл прямо из Эльсинора, и меня зовут Горацио, который... Полно врать-то, я знаю, кто ты. Ты школяр. И едешь своим печушкам в Виттенберг зубрить Плутона, Генристотеля и прочих. Горацио здесь был на той неделе, вы разминулись. Да, роскошный тип. Все пальцы в перстнях, истый царедворец. Он, кстати, первый, кто разоблачил делишки принца. Этот самый Гамлет... А на улице в это время шел дождь. Леся. А Сема улеглась. Снимать. Давай, Леха, быстрее сюда. Давай быстрее. Быстрее сюда. Абдулла. Абдулла.
Все, снимает, да? Да. Форео. Пару кадров. Ура! Что вы можете ой, сказать? Ой, как хорошо. Ура, да. Знаменатель людей. А скажут, запомните. Скажут, идите. Идем дорогу строить. Ну, запомните. Все, пошли дорогу строить. Эти все заканчивают. Испортил все. Все, идем. Ничего. Да, но на уровне чуть тоже там до них обстоят. Насколько мы выше, наверное.